Всем привет, мои дорогие! Сегодня приготовим шикарный деликатес из куриных окорочков. Возьмем 4 окорочка, добавим в них 2 столовые ложки крахмала и все тщательно вымешаем. Тщательно промоем под проточной водой, чтобы смыть всю кровь, всю грязь. Теперь нам нужно окорочка отделить от кости. Делаем надрезы вокруг ножки. Кость оголили. Делаем надлом. Прокручиваем и полностью вытаскиваем кость. Далее отделим вторую косточку. Делаем надрез и вырезаем ее. Прорезаем мясо, чтобы распластать окорочок. Получилось 4 пласта мяса. Чтобы они были более равномерными, мы их отобьем. Кладем мясо в чашку. Добавим немного имбиря, пару зубчиков чеснока, немного лука, столовую ложку соевого соуса, столовую ложку бальзамического уксуса, ложку соуса терияки. По вкусу можно посолить и поперчить. Тщательно вымешаем и отправим мариноваться в холодильник на 1 час. Подготовим соус. У меня будет острый соус. Если вы не любите острое, приготовьте любой по вкусу. Порубим мелко чеснок. Добавлю острый перчик. Добавим кунжут. Раскаленное растительное масло. Пол чайной ложки соли. Чайную ложку сахара, 2 столовые ложки соевого соуса, столовая ложка бальзамического уксуса, соуса из бамбуковых стеблей. И очень хорошо размешаем. Мясо промариновалось. Сворачиваем его в рулет. Плотно заворачиваем фольгу. Фольгу с боков уплотняем. Заворачиваем вот такую конфетку. Отправляем готовиться на пару на 25 минут. Рулеты полностью готовы, дадим им остыть, даже можно убрать на 2-3 часа в холодильник. Разворачиваем рулетики. Посмотрите, какая красота! Вы только посмотрите, красота и вкуснота, сочное вкусное мясо, окунаем в соус, красота и вкуснота, Польем всю нашу красоту соусом. Вот такой шедевр у нас с вами получился, гости никогда и не догадаются, что это из обычных окорочков. Всем приятного аппетита, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, подписывайтесь на мой второй канал «Кухня Камчатки», там тоже очень много интересных рецептов. Пока-пока!